давайте, девчонки, начинать приветствие. Привет! Всем привет! Вы на канале Сестренки Шоу. Мы будем распаковывать дом. Да, мне позвонила Мирося со Златой. Оказывается, Злате на день рождения подарили вот такой здоровый дом для Барби. Представляете, здесь 3 этажа. И да. Они сказали, давайте мы его вместе соберем, да? Да! Так что... И там будет жить собака вместе с Златиными Барби. Там все будут жить, потому что он правда очень большой. Ну давайте, девчонки, вставайте и распаковываем коробочку. Молодец, Мирося. Злата молодец. Так, теперь с другой стороны. Вау! Конечно, какой! Посмотрите, какой! Смотрите, тут как леки. А это что, это первый этаж, я так понимаю, да? Смотрите, как тут много всего! Какое все красивое, розовое, правда? Вау! Вот тут! Девочки, вы только посмотрите, тут зеркало даже есть, видите? Я распечатаю вот это. Убираю. Я уже умею сама. Молодец. Так, я пока ищу инструкцию. Потому что мы еще не подсоединили сантехнику. Смотри, какие наклеечки есть. Это первый этаж. Тут полотенчика. Прям реально настоящее полотенчико. И даже подушечка. Там у нас первый этаж, все, что связано с кухней. Это тоже у нас кухня, да? Если что, для первого этажа это подойдет, вот это. Пока не знаю. Посели фиксиков, чтобы нам помогли. Сейчас мы прикрепим сюда нашу кухню. Молодец. А я пока. Да, давай. Да, молодец. Вот, мы собрали второй этаж. Лифтик. А лифт у нас на первом этаже вот здесь вот. Давай. Я жду. Сейчас. Третий этаж. О, давай я помогу. Это вот, да, она есть. Это комната для питончика. Можно в куколке купаться маленькой. Я сейчас открываю рыбы. Я видела, когда снимали видео, что тут рыбы должны стоять. Смотрите, девочки, попробуй, Мирось, попробуй, нажми. Нажми и... Вау. Поднимай наверх. Ура! Девочки, давайте поставим с вами стену. Идите ко мне. Аккуратненько. Давайте сначала ты, Злата, да. Так, теперь Мирося дави. Давайте. Оп, все, отпускаем. Сейчас важное задание для тебя. Ты должна мне помочь. Вообще, смотри, нужно вот эту маленькую штучку вставить в ворота. Вот держи, смотри, нагнись. Вот видишь тут дырочка? Вот видишь дырочка такая? Именно вот молодец первого раза. А как теперь это работает? Мирося. Смотри. Пожалуйста, хоп, подвинь. Ворота открыты. Ой-ой-ой-ой. Давайте теперь скреплять дома. Вот этот дом и вот этот вот. Да-да-да-да-да. Смотрите, какой огромный дом. Мы почти все закончили делать. Осталось буквально бордюрчики вот такие вот построить. И мы сможем с вами уже наш домик заполнять полноценно. Да, правильно. Делаешь все правильно. Так, доводи вот сюда. Вот смотри, как я сделала. И знаешь, чтобы не разлезалось вот так все. Вот, смотри, какая красота. Красота. Да, нажми еще раз. Молодец, все, теперь в ванную ставь. Ой, это все. А где кальчик? Как ты в туалет будешь ходить? Да, и до конца. А девочкам просто уже не терпится поиграть, потому что тут надо уже расставить игрушечки разные, то есть тут есть еда, и им не терпится, поэтому эмоции через край. Нам нужно, чтобы все